Да, братья и сестры, было время конкретное. Реально просыпался здесь, на этом вокзале, и шел дальше. Самое главное было получить алкоголь. До того я был потерянный в этой жизни. Но слава Богу, Иисусу Христу Спасителю, за всех людей в моей жизни, которые помогли мне где-то. Я благодарю, пусть Бог всем людям поможет во имя Иисуса Христа. И слава Богу за дедушку, кто молился, за родителей, за друзей, за всех. Но я был потерян, и у меня зависимость была такая страшная, что здесь только помочь мог Иисус Христос. И Он реально услышал и помог. Он не то, что спас меня от алкоголя и зависимости. Иисус Христос спас меня от ада и смерти. А это самое главное спасение, которое нужно человеку. Спасение от ада и смерти. Спасение в Иисусе Христе. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю. Аминь. Благослови вас, Господь, и сохрани, дорогие братья и сестры. Аминь.